Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас две посылочки. Вот эта маленькая посылка, которая стоит 73 цента, она шла 17 дней. Давайте распакуем. Посмотрим, что это такое. В обычном пакетике, сером, с пупырками. Ну, посмотрим, не раздавилось ли там ничего у нас. Это держатель для мобильного, ну, на штативе. Или сейчас посмотрим. Вроде все целое. Я уже говорил, шло 17 дней. Вот крепеж. Вот такая вот штука. Она на пружине. Фиксируется телефон. Прикручивается на штатив. И можно снимать. Ну, продавец молодец. Скорость хорошая. 17 дней. Нормально. Так, отложим в сторону. А вот эта вот вещь побольше. Это у нас сам штатив для фотоаппаратов. Ну, или для, ну, легких камер. Потому что, как бы, он немного хлипковатый. Понятно, что это не профессиональный штатив. Его цена 20, я брал за 21 доллар с копейками. Шел он 17 дней. Давайте сейчас посмотрим. Ну, коробка, конечно, вот видно, если, конечно, здесь коробка оригинальная, не знаю, но она стала круглой, просто круглая. Ну, сейчас посмотрим. Запаковано обычно, без каких-либо пупырок, уплотнителей, уменьшителей. Да, коробка как бы оригинальная. Ну, посмотрим, что там у нас будет с самим товаром. Насколько я понимаю, он не очень так и крепкий штатив, но... Вот такая вот модель VF330A трипод. Так, вот его параметры. Максимальный подъем на 1,34 м в сложенном состоянии, 45, наверное, сантиметров. Это 730 грамм, это получается, я так и не понял, это вес самого штатива или то, что он может выдержать. Ага, вот. Да, 51 сантиметр в сложенном состоянии. Ну, давайте раскроем его, посмотрим. Ну, коробка, конечно, смятая в хлам. Ага, внутри видите такой уплотнитель, как присылают
такой уплотнитель, как присылают мобильные, завернутые в такую сторону. Вот он пришел в таком чехле. Ну, чехол обычненький такой, на нем ничего не написано, здесь быстрая затяжка. Можно через плечо понести с собой. Ну, давайте посмотрим сам аппарат. Ну, это у нас, как обычно, наверное, поставьте 5 звезд. Ну да. Так, ну вот сам аппарат. Здесь есть вот уровень, можно выставить. Можно снять площадку. Вот, держится. Так, с этой стороны. Ну, вот. Ручка. Вот есть этот, я так понял, поднимать, ага, поднимать вот вверх. О, ручка для подъема штатива. Так, ну и сам вот штативчик. Материал такой, защелки, конечно, все пластмассовые, ну и цена его тоже не вот так вот открывается, все это дело выдвигается. Вот смотрите, ножка уже припогнутая, ну погнутая, вот смотрите, есть. Блин, плохо. Вот видите, есть. Вот, видно вмятину. Видно, да? Это представьте, это только пришел, уже есть вмятины. Давайте посмотрим весь его. Но так больше вроде, больше нигде никаких вмятин нет. Я думаю, не так оно критично. Ее еле видно. Так, ну давайте замерим, сколько он в сложенном состоянии. Где-то 50 сантиметров.
сложенном состоянии. Ну, как и заявлено, сами ножки 42, если выдвинем на полную, замеряем сложенный, но на полную, сто 15. Ну вот, вот такой агрегат. Испробуем, как он на прочность, сколько выдержит. А может посмотреть, а где моя, не вижу весы. Сейчас, секундочку, нажму на паузу. Так, вот весы. До 7 килограмм, я ж думаю, нам будет достаточно. Ну, взвесим. И вот 616 грамм. Заявлено 730. Да, это вес штатива должен быть. 730. Ну, 730, если с упаковкой, наверное, будет 730. А так, 616 грамм. Так, ну, на сегодня все. Я думаю, кому-то будет интересно. Если что, в конце могу сделать еще пару фоток вблизи. Ну, да, вот, ну, нормальный штатив, только вот чуть-чуть, вот, ну, чуть-чуть припокнут, вот. Есть вот это дело, если видно. Ну а так, как бы нормально. Ну ладненько, все. Всем спасибо. До свидания.